Кто ты такой? Дружище, ты же знаешь, кто я. Реальный вопрос — это... каковы мои умыслы и что я здесь делаю? Я думаю, ты здесь лишний. Советую свалить, если жизнь дорога. Ты чё, приятель? Я сюда не просто так пришел. Не оставляй меня тут виснуть. Я хочу, чтобы мы сразились. У меня нет времени на такие игры. Что же, у тебя нет другого выбора? Я сломаю тебя, будто ты веточка. Хей, не будь таким самоуверенным. Не стоит недооценивать своего противника. Мистер Санс, почему этот скелет похож на вас? Я не знаю, мелкая, но он напрашивается на смерть. Никогда не теряй бдительности. Кажись, я начал понимать фразу «убить их с добротой». Постойте, он умер? Знаешь, не всегда можно ожидать, что твой враг будет побежден так легко и быстро. Не стоит недооценивать своего противника. Он идет! Отличный выстрел, да? Ты начинаешь раздражать. У меня еще столько фокусов в рукаве. Пришло время тебе увидеть их. Чувак, я знаю, что ты это делаешь для чего-то.
Ха, снова отличный удар. Но я все еще повисший. А для вас, как всегда, озвучивала команда HSPeople, то есть спасибо за просмотр. Ульту Санса озвучивал Саша Коуфелд, а все остальные голоса души озвучивала Кристина Агапова. До скорой встречи. Где шаурма?